Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Люциус. Так, и продолжаем. Так, возобновить игру. Глава 5. Ну, даже не знаю, что это. Итак. Смотрим, что такое. Остерегайся крестов, они делают тебя слабее. А, вот крест. Я в туалете переворачивал такой. Вверх ногами. Все, понял. Так. Ага. Не понимаю. Ну давайте попробуем. Так, нам надо прибрать, я так думаю. Зачем-то. Да, смотрите. Я все-таки что-то получаю за это. Так. Что это? А, принести коробки с мясом. Так. Мы доберемся до сути. Просто считайте, что дом на карантине пока что не прояснится. Здоровое питание. А вот что называется. Здоровое питание. Вот так вот. Миссия называется. Итак, куда нам? Ага. Почему мячик все время там? Ладно. Смотрим. Что у нас по карте? Куда нам надо идти, жертву искать? Вниз, через комнату, через спальню. Блин, вот это закрыто. И ключ-то вон там лежит. Вот он, скорее всего, это он. Но взять пока мы его не можем. Ладно. Идем нам куда? Сюда насквозь показано было. Ой. Ага. Это я где? Так, спустился, так. Насквозь пройти на другую лестницу. А, там, в смысле, другой же дом был, да. Так, и что у нас здесь? А, труселя! Так. Блин. Ну что, ничего хорошего нету. Так, это второй дом. Ничего-то, пока еще ничего такого не нашел. Чтобы мне могло понадобиться и пригодиться. Подожди, тут где-то что-то лапа была. А то на двери. Так. Тут у нас ничего нет, ну блин. Ладно. Это что за комната? Комнаты прислуги или что? Вау, книга. А, блин. А я уж обрадовался. Так. Ой. Так, ладно. Остерегайтесь, крестов, вот. Туда вообще проще не заходить тогда. Убегаем. Ну вот. Кстати, я могу издалека использовать свою силу, чтобы... Нет, все-таки нет. Служанки, уберись, принеси еду, сделай все и сразу. Так, подождите. Нет, я вот здесь вот должен пробежать, я так думаю. Вот. Чтоб по улице не бежать. Кстати, на улицу почему-то я не могу выйти. Ладно, посмотрим. Где я? Ага. Минутку. Так.
Так, 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 а что тут можно-то? Стой. Так, я не могу, да, сюда? Так, а куда туда? Блин, все бутылки поразбивало. Ладно. Куда мне? Блин. Там мать ходит, что ли? Она почему ходит? Меня преследует. Так. Мне на лестницу надо, на второй. Ой, на второй этаж. То есть куда мать пошла, туда и я. Ага, вот это что ли моя жертва? Нет, смотрите. Ты в порядке, сынок? Я-то в порядке. Так, и чё мне куда? Вон она ходит, мать. Что у нас здесь? Ничего. Смотрите, какая-то коробка стоит. Еще разок. Вот так. Ладно. Посмотрим. Вон еще какая-то коробка стоит. Что у нас тут есть? Блин, не знаю, как я сюда так. Вау, вот, вот моя жертва. Так, и что я должен сделать? Запись записной книжки. Так, что ты здесь делаешь? Я занятая, у меня нет сейчас на тебя времени. Так, вот она. Самая противная из них всех. Ее смертельный грех, обжорство, может оказаться тем, что ее убьет. Я найду способ заставить ее страдать. Ага, что за обжорство? Так, а у нас здоровое питание. А вот оно и попалось. Так, а мне куда сейчас надо? Ага, так, а я где? Ага. В соседнюю комнату. Что-то там в туалете есть. А, так я же здесь был. Так. И что у нас здесь есть? Он не приседает, нет? Не пригибается. Давай смотрим, смотрим, смотрим. Где я? Ну, правильно. Так, так, что у нас там? Коробка какая-то. Так, ну я же открывал все. Смотрел. Может где-то... Где у вас что здесь есть? О, это нельзя использовать таким образом. А что у меня есть? Ну-ка. Где у меня этот? У меня есть авторучка. Моя записная книжка. Так, это ключ гаечный, что взять? Это нельзя использовать таким образом. Это таким образом нельзя. Таким образом. Блин. А я даже не знаю, что мне здесь делать, а кого мне тут искать-то? Что-то меня сюда привело. Ну смотрите, ну показано-то, что надо туда. Видите, туалет показан. А, подождите, вот знак вопроса в другом туалете. В другом этом доме-то. Ладно. Только как пройти? Блин, что-то я не посмотрел, как пройти-то. Ой, ёж.
Почему мне всегда даются такие задания? Да потому что. Так, где я? Блин, как мне выйти-то отсюда? Так. Слева, справа, где? Что-то я не показывал. О, 1+1, подождите. Да блин. Это что за 1+1? Это где? Вау. Что тут можно взять? Пока его нету, надо. Так. Где кресты-то, которые меня здесь убивают? А пароль? Пароль какой-то простой должен быть. То есть он где-то здесь же и должен быть. О! Новый, это что, новый предмет в инвентаре, что это такое? Пули для пистолетов. Так. Так, давай, открывай. Что у нас тут есть еще? Так, так. Что, у меня действительно сейчас времени, да? Пусть и не будет. Так, я где? Один, так, мне надо направо. Так, пробежали, куда дальше? Направо. Туда, что ли? Не. Немножко дальше вперед и направо. Сюда. Позади. Вот ты что за 1, 2, 3? Где ты? Я ждал тебя. Новый предмет в инвентаре. Давай продолжим с книгой. Крошка Дорит. His avaricious manner of collecting all the eatables about him and devouring some with his eyes. Вот я чем-то занимаюсь, что ли, чё? With his jaws in the same manner. Так. Okay. We'll continue. Хорошо. Tomorrow. Продолжим завтра. Так, может здесь пароль есть? Один. Ну вот если так вот только. 2-1-0. 2-1-0. 2-4-6-11-7. 2-4-6. We'll continue our studies later. Так. 2. Так. 210. 246. 210 246. Ну давайте посмотрим. Сомневаюсь, конечно, что это оно, но все же. Так. 240. А, 6. Так. How am I going to turn this? Так, понятно. Подожди. Все понял. Это будет долго и мучительно, если одну цифру тут только случайно отгадал. Так, мне надо выйти отсюда. А как я сюда попал-то? Где лестница, черт побери? Вот она. Вот она лестница. Так, назад и... Назад и вниз. Вот она, мать, наверное, по лестнице пошла, да. Boy, Lucius, будь хорошим, и посмотри, не нужна ли Элистеру помощь. Кто он такой? Блин. Куда мне не надо? Вау, подсобка.
Hey, guapo, I don't really have time for you right now. Так. Agnes is waiting for me. Ага, опять все в крестах. Как у Христа за пазухой. О, нет, подождите, крестов нету. Ждем. Блин. А куда мне надо? Какая-то штука здесь нарисована. Так. Назад. Коридор. Так. Где я? А, тут просто нет. Где второй этаж? Или какой третий этаж? Какой там? Нет, не сюда. Блин, тут заблудиться можно. Блин, это как? Что за расположение такое? Не пойми, кто. Кто так строит вообще? Так. Блин. Что-то. Ой. Я туда пока не... А, все. Я вот у себя в комнате. Правильно? А, правильно так. И что мне надо? Давай, смотрим. А мне сюда и надо, что мне надо сделать, так. Работа по дому, так, убраться в комнате, перенести коробки с мясом, так, ну, показатель 90, так, нормально пока. Заставлю ее страдать. Так, ну, мне показано, сюда надо прийти. А зачем? Так, непонятно. Тут у меня... В этой комнате сколько ни делал, у меня тут, кроме кровати тут больше ничего и нету. Так, это рожица. Здесь у нас туалет и баба какая-то. Ну, ну хрен с ним. А, вот. Знак вопроса. Идем к знаку вопроса. Так, через комнату проходим. Так. Нет, не она. Нет. Hey, I'm working here. Да, помню, работаю. Сюда. Да, где-то что-то здесь есть. Так. Вот этот я почему-то могу перевернуть. Ай-яй-яй. Что здесь такого есть? Не понял. А! Нет, ни хрена не понял. Так, вот здесь у нас блокнот, что-то писали. Тут у нас что-то за звезда. Тоже какая-то звезда, смотрите. Так, здесь у нас батька. Здесь мы находимся. Ага. Вон оно что. Здоровая еда. Значит, нам нужна кухня, по идее. Это что такое? Почему она валяется? Так, нам нужна кухня. Ага, мне не сюда. Подождите. Блин, да кто так строит? Вон туда мне. Мать, это где? Мне на кухню надо. I don't think I've ever seen one here before. А, ой, здесь сюда мне не надо. По крайней мере, сейчас. Давай, мать.
Проходи. Sorry, Lucius. I'm just a little tired. Так, где кухня-то? Кухня где? Мы же здоровое питание должны пожрать и чего-нибудь дать. Так. Did you remember to brush your teeth? Так, не забыл почистить зубы, не забывай меня снова тебе напоминать. Кухня. Есть что пожрать? Нам нужно здоровое питание. Тесто замесить, я не знаю. Так, информация по дому. Что у нас? Ага, прости, Люциус, просто я немного устал. Знаете, сегодня я не видел так. Ну, показатели поведения. Это нормально, что вы наговариваете? Должен что-то пожирать. В чем заключается здоровое питание? А? Ой. Так. Ага, открыто. Так. Плита мне не нужна, как я понимаю, потому что с плитой уже было два раза на одни грабли наступать не стоит. Выберись, принеси еду, сделай все сразу. Теперь понятно, почему Мэри всегда нервничала. Боже, успокой ее душу. Где я вообще нахожусь? Так. Hey, guapo, I don't really have time for you. Где у нас еще может быть животва? Смотрим. Ладно. Бог его знает. Давайте посмотрим, вообще можно вот так вот. О. Сад. Сад. А, город. Что у нас тут? Ой-ой-ой-ой. Ага. Так, это мы пришли там, где вот эта баба сидит. Ой-ой-ой-ой, Люциус, давай. Я даже не знаю. То есть... О, вау, бухлишка, смотрите. Сейчас давайте молодого накачаем. Пусть это жизни радуется. Так, еще где? Вот так. Ага, сейчас на, разбил. Бывает. Что ж. Так, ну это я думаю, что все это не надо. Уж больно много бутылок. Так, ты что? Ты кто? Агнес, ты кого здесь кормишь? Сказала мне избавиться от этих чертовых крыс. До дня благодарения посмотрел бы я, как они нападут. Ага. И что? Что, он не жрет? Тебе сыра надо. О, подожди. Будь хорошим мальчиком, принеси мне бутылочку вина. Ты же справишься. Так. Принеси мне бутылочку вина. Ты же справишься. Ну, давай, а где я тебе возьму? Бутылочку. Давай вот этого возьмем. Be a good boy and fetch me a bottle of 33, would you? А где тебе возьму-то его? Как я узнаю? Какого года? Am I? Don't worry. I'll clean that up in a moment. Давай, вот, вот, на. Be a good boy and fetch me a bottle of 33, would you? Чё, падла? Так, а как узнать, какое вино? Am I? Don't worry. I'll clean that up in a moment. Не понимаю. Как я узнаю, какое вино? She just keeps bossing people around. Jovita said she has to bring her more food что придется так подносить ей еду каждые 5 минут. Но эта мадам уже похожа на бочонок сала. Блин. Даже не знаю. Вроде у него там это
Какая-то отрава, что ли, раз не в мышеловке. Либо отрава, либо он ее кормит. Итак, что у меня выходит-то? Это, мадам, похоже на бочонок сала. Так. Ладно. Ой, наверх. Библиотека. Так. Ну, тут есть, да, где разгуляться. Здесь что? Прачечная. I think I'm in love. You know, машины делают. Вау, здесь-то точно должно быть что-нибудь. Инструменты. Блин, подождите, у меня же надо травить еду. Потому что у нас питание все-таки. Когда курение убивает, надо было курить. Когда сейчас питание, надо, значит, его кормить. Так, понятно, надо. Так. Так, просто тебе так. Только вот не знаю, где она сейчас. Ты ее не видел? Я оставил ее в машине. Sorry, boy, I can't hang out with you today. Агнес там оставил в машине. Извини, мальчик, у меня не получится сегодня с тобой потусоваться. Агнес очень настаивал, чтобы я срочно заменил шины. Так. Постер тебе еще не попадались, правильные произведения. У меня есть запись моей группы. No, man. Обязательно послушай. Maybe Joe Vito took it when she was cleaning. Подождите, а я где? I'm not sure. А, во, гараж. Гараж, гараж. Чё? Даже не знаю, что мне делать. Где этот? С крысиным ядом. Который мыши на крысиный яд и на капканы на все сразу хочет. Да не бывает такого. Вау, уже у подвала есть подвал, что ли, или что это такое? Что за убежище? Вау. Крыса, а может мне крысу взять надо? Принеси мне, говорит, вина. А, о, 1930-й. А мне какой надо? 1933, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ножки затекли. Ага, вот еще есть. Так. Где же? Ну-ка, надо посмотреть, где я. Меня здесь нету, кстати, смотрите. Так. Холодильник. Понятно, это вот они. Два холодильника. Так, столовая, жиральня. Длинный коридор. Во второй этаж. Тут чемодан еще, кстати, какой-то вот он нарисован. А больше нет у меня. Так, ладно. По крайней мере. А, вот еще. Ничего себе, сказал я себе. Это я куда пошел? Ой, ты нашел тайное место. Ага, нет, пусть будет так. Кто-то чего-то тут кому-то поклоняется. Так, ну мне пока еще рано, поди сюда. Так что оставим пока. Это что такое? Красная бутылка со смертельным ядом. Вау. Ключ надо ключ.
А у кого может быть ключ? У батьки? Так. Вина тебе, значит, да? Какого года? 33-го. Швабру берем? Нет. Швабра не берется, вино не берется. Блин, ладно. Так, ну яд мы взяли. Блин. Как тут все запущено? О, так я еще сюда могу зайти. Так. Блин. Тут ничего нету, да, вообще? Ой. А у меня такого ничего и нету. Ключи. От чего? От чего ключи-то? Ладно. Так, здесь мы пробовали что-то взять, ничего не получается. Вау, кажется, я влюбилась. You know, знаешь, что у дяди есть что-то особенное. Hello, darling. Так. Устройство... Ага, в гараже вентиляцию регулирует. Как-то травануть их надо будет. В Хитмане вроде что-то подобное такое уже было. Так, нету ничего. Куда мне? Сюда. Так. Да, давай сюда. Да, блин. Беги, Калич. Что-то есть? Что-то ценное. Так, толстый. Hello, my boy. Это детективы. Блин, мне бы лучше здесь не шариться так-то по-особенному. Все, уходим, оставляем это все открытым. Блин. Нет. Давай здесь. Сейф. С кодом, хрен отгадаешь. Так. Вот это жертва. А что с ней делать-то надо? Найди способ заставить страдать ее. Так. Где я? Где? А, вот он я. А куда мне? Кофе пьют еще. Да блин. Где я? Да вообще не там. Куда, куда? Ага, кабинет. I've been here a month now. Так. How long do they think they can just steal valuable police resources? Go do everything at the same time. Тут что? I know, Mary was always so flustered. God rest. Видеокассета, я когда-то здесь был. Где я? Вот он я. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, здесь я уже все оббегал.
Блин. Hey, guapo, I don't really have. Ладно, я что-то тебя не понимаю. Так. Насквозь пробегу, потом налево уйду. Ой. Did you remember to brush your teeth? Уходим налево. Где-то здесь, да? Вот так. Блин. Куда? Я вас всех задавлю. О, кстати, опять винишка. А, это этот и есть вино с винами, который. О, что-то нашел, подожди. Это что такое? Крысиный яд, я не могу взять его прямо сейчас, потому что все знают, что это я. Я должен прийти сюда, когда все будут спать. Ага, вот, вот оно. Блин, спать. Ну, пойдем тогда в свою комнату. Хрен пойми, что как тут бегать. Ой, кто так строит? Подожди, а я же мог... Твою что, мать, я же мог как-нибудь по-другому, чтобы выйти побыстрее. Где лестница? Лестница, спрашиваю, где? Ой. Are you all right, да son? Все нормально у меня. Эх. Ага. Подожди, отравить мне когда, если я возьму ночью, предположим. I'm working here. This is not for children. Если я... Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Now I know. Да блин, вы запарили меня. Ой. Так, а, все правильно, поэтому по плану идет. Потому что я же не умер. Так, что у нас? Так, я проснулся посреди ночи, нужно быть осторожным, потому что если они увидят, что я не сплю, то уложат меня обратно в кровать. Так, и вот сейчас начинается самый гемор. Так, потому что я не знаю расположение. Так, а мне надо, где я? Вот. Отсюда насквозь пройти вот сюда, как я понимаю. Так. Не позволю ей увидеть себя. А как прятаться-то? Right, а кто тут прятаться вообще может? Ну-ка. Ты пошел спать и можешь проснуться посреди ночи. Ну-ка, у меня есть так это параметры. Так, чувствительность мыши. Так, настройки управления. Давайте смотрим. Использовать, бросить. Нормальный. Так, телекинез, стереть память. Так, поджечь. Это пока нет. Инвентарь, записная книжка, карта, фонарик. Так. Нет, смотрите-ка, он не прячется. Так, понятненько. Так, и так, смотрим опять. Это занято. Так, значит, получается, выходит посюда. Вот сюда первый поворот до упора. Понятненько. Так. Вот и маманька вышла. Lucius, what are you doing up? Ты что ходишь-то? Back to your bed right now. Подожди, почему все закрыто-то было? Я что-то не понимаю. Так, еще разок.
Я выбежал сюда. А здесь дверь была, да? И она была закрыта. Подождите, подождите, подождите. У меня ключи же были. Я не знаю, правда, подойдут они или нет. Вот они. А, это ключи от кладовки. Блин, а я-то думал, какие-то такие ключи. Нет. Так, подожди. Вот так. Так. И там точно была дверь. Не позволю увидеть тебя. Как я не позволю-то? Блин, я думал, ты уже ушла. Подождите, у меня есть это же телекинез, это я же могу вроде как это. А я могу вообще дверь открывать телекинезом? Хрен там. Ага, вот так. Ты меня как увидела-то? Я что-то не могу понять, как мне тогда от тебя избавиться. Реально, как мне от тебя уйти? Ну, должно быть, это все-то очевидно, конечно, так. Должно быть место, где спрятаться есть. Так, маманька встала. Ну-ка, сюда можем спрятаться. Вау! Открывай, открывай. Так. Так, это она ходила. Твою мать-то, почему ты не... Я думал, ты ушла уже. Ну, по крайней мере, это точно правильно. Правильное решение было туда спрятаться. Это единственное, кстати, решение туда спрятаться. Почему мать не спит? Ходит, блин, всю ночь бродит. Чего ходишь, чего бродишь? Ждем. Ну, слышу, как ты ходишь. Так. А, вот она открыла. Мать, ты еще та огулена. Так, мне надо на улицу, мне надо туда же, на то. Так. Фонарик я не зажигаю. Спокойно. Так. Так, стой, стой, стой. Бумк. Someone there.
someone there. Так, я что-то не понял, почему я не могу войти? Вот я все сделал вроде как правильно. Где-то что-то... В чем я лоханулся? Почему я не мог открыть дверь? Так, почему дверь открыть не мог? Вот это интересно. Наверное, он должен дверь открыть, куда-то туда уйти, чтобы что-нибудь, чтобы что-то взять. Так, мать, давай, иди. Иди. Ну давай. Ну. Давай. Сейчас дверь он откроет. Так, дверь открыла. Теперь и мы. Давай. Спустилась? Молодец. Ага, вот она. Так, мать ушла. Мы бежим, бежим, бежим. Так. И вот пока что идет все правильно. Так. Где? Вон там вот он был. Так, все, взял. О, так он вернулся сам обратно. Я думал, еще и назад мне придется тащиться. Так, ну и что у нас получается? Крысиный яд, покажем ей, что происходит с теми, кто совершает один из смертельных грехов. Отец будет доволен. Так. Хорошо. Так, мне надо там, где кушают. Ага. Насквозь, насквозь мы пробежим. Давай. Блин, походу у нас только одно убийство выйдет по времени. Она меньшая, я не согласен. Но по времени именно так выходит. Так, куда мне? Ага. Все, идем на лестницу. Так. И... Люциус, Люциус. Куда ты? Где? Ага. Так, это что? Не совсем понимаю, конечно, но давай. Какая-то запись появилась, нет? Нет. What are you doing here? I'm busy. У меня нет у тебя сейчас времени. Так. Так, а как мне ее выманить-то? Так. Блин. Даже не знаю, что делать. Так. Мне надо как-то... Может, ты что-то жрешь что-то? Ты здесь ничего с собой не принесла? Значит, тебе должны принести. Где кухня? Так. Кухня, кухня. Вот кухня. Так, ну давайте начнем тогда вот отсюда, где тут, вот так, эта библиотека, не то, нам надо вот сюда. Соседняя. Нет. Смотрим, тут что у нас с едой? Еды нет. Hello, my boy. Да, о, кстати, я что-то жопой к чему-то стою. Каким-то звездочкам. Так.
Даже не знаю, что вам сказать. Ну, здесь нету, ладно. Так, туда мне не надо пока. Почему так долго? Я умираю от голода. Ага, вот. Я умираю от голода, падла. Так, ладно, как бы то ни было. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас не столовая, конечно. Так, ну и здесь у нас тоже не готовят. Тогда получается, столовая у нас там. Блин, вообще-то думал, это бассейн. Ах, мамка. Посмотри, нужна ли Элису помощь. Что такое? Я откуда знаю? Я знаю, что вот здесь вот кухня должна быть. Так. Надо что-то уже, чтобы было готово, чтобы она могла сожрать. Куда-то можно добавить. Во, в кастрюльку. Ага, тут нету, пока не высветилось. Ладно, подожди. Блин. Нога затекла. Пока с этим борешься. Так. Даже не знаю, так. Как мне с тобой поступить? Где жратва, может быть? Так. Это первое. Это кто? Это кто? А, это курил, который. Да, этот, который курил. Расположение жертв каких-то. Так. Где тут еще может быть еда? Не понимаю. Нужна ли помощь? Что где есть? Блин. Кто так строит? Запутаться можно. А, подождите. Ну-ка, то что, кухня какая-то? Где я? Баба какая-то, да, вот. I think I'm in love. Да, кажется, no, я влюбилась. Знаешь, что в возрасте есть что-то особенное. Hello, darling. Привет, дорогая. Так, ты мне что-то бесишь. Так, это прачечная. А вот он, падла. Так. I think I'm in love. Так, есть, you know, что-то особенное. Sure, это прачечная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нет. Подождите, а здесь лестница есть? И как подняться-то? Ну да, вроде как есть. Только вниз. Так, а мне надо наверх. Вот здесь вот какую-то пробку надо вставить. Найти ее где-то надо. Или у них вот стащить где-то. Искать. Oh, hi, Lucius. If you have some spare time, you can search for my band's cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. Стой. Sorry, boy. I can't hang out with you today. Agnes was really adamant that I change these tires pronto. Получается, у тебя сегодня плохо. Ой, бутылочки. Не пойдет. Все. Надо идти. Типа, если вы считаете, что я не эмоционально рассказываю, потому что не корову я проигрываю. Мои эмоции проявятся, когда должны помогать и не помогают персонажи. Вот тогда. Ага, где-то я близко. Где? Блин.
Агнес told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. Помоги мне еду найти. Она не должна быть далеко. На мой взгляд. Она должна быть рядышком. Так, где у меня жертва? Где лестница? Так, надо сюда пройти. Ой. Так, идем назад. Сюда. И лестница. Вот она. Поднимаемся на второй этаж. Так. Where have you been, Lucius? I've been waiting for you. Так, нет, давай. Отдыхай. Кого мы здесь видим? Жратва, где жратва? У меня эта банка уже вся стряслась. Нет. Не туда. Where the hell is Jovita? I'm hungry. Да. Кто здесь? Батька. Жратва. Люди. Блин, а кстати, может по карте посмотреть? Открыть карту и посмотреть. Так. Но это вот Гримза, который я должен убить. А где я должен? Блин, даже не знаю, где я должен тогда травить-то что. Так, смотрим. Этот коридор. Вот это что такое, мне интересно знать. Давайте сходим сюда куда-то. Тут музыка. В длинный коридор идем. Да блин. Давай спускайся. Как тут спускаться? Вот. Спустились. И где? Где этот длинный коридор? Так. Где я? Не, мне надо какой-то другой коридор. Который повыше, между который. Где ты, коридорчик? Как в тебя попасть? О! Вот так в тебя попасть. Давай туда пойдем. Непонятно, блин, расположение дома. Это кто ориентируется тут? Пипец. Живут 2-3 человека. Так, это что у нас? Ага, тут какой-то мужик толстячок живет. Что у него там, не знаю. Ну это не кухня, конечно. Так. Ладно, выходим. Ноты. Здесь были ноты. Музыка. Что-то музыка, что-то знакомое. Что-то где-то там, ну, ноты были, да. Блин. Ладно. С музыкой разобрались. Это что? Художество. Так. Ага. Вот так. Напакостили. Хотя могли с собой утащить. Так, ладно, в этом крыле все.
Куда мне? Идем во второе крыло. Смотрим, что там у нас. Господи. Почему так? Опять, ага, вот кто-то бросил. Пакостят. Глаз за ними нужен. О, новый предмет. Это что у меня? Это, да, блин, не это. Серьги. И смотрите, опять труханы. Так, закроем дверь. Ай-яй-яй. Так. Берем. Выкинем. А, вау! Музыка. Так, музыка у нас. Подожди. Ну, что-то мы здесь взяли. Ну, здесь вот какая-то баба живет. Я пока даже без понятия. О, стой. Что здесь надо сделать? Ладно. И. Так, так, так. Это какой-то вообще пипец, тут набожная живет. Так, у нас есть крысиный яд. Надо в столовую все-таки бежать. Как в нее только выбежать? Ага, вон там столовая. Ой, пробегаем в одни ворота, чтобы спуститься в другие. Архитектор, козел. Hey, I'm working here. This is not for children. Так. Мне сюда. Надеюсь, от руханы-то в руках не несу. Это вот позорище-то будет. Так. А что это закрыто? Так, ладно. Заперто. Ну, столовая здесь есть. У меня... А, стой, ну-ка подожди. Где? Где закрыто? У меня же ключи от кладовки есть. Где? Нет? Твою ж мать-то. Как нам тогда поступить? Так, она хочет кушать. Да где жрать-то ей подавать? Вот, я уверен, что это все где-то должно быть рядышком. Так. Надо где-то так. У кого могут быть бутерброды? Старый может их приносить? She не, он с ядом работает, он точно не до еды. Где у нас... Так, яблоки-то не может быть. Пирог нужен. Есть пирог? А, пирог. Стой, пирог, где печка? А что у нас еще? Суп. Нет, суп туда не понесут, наверное. Это должно быть что-то такое, потому что если суп, она бы давно бы пришла. Так, надо все-таки искать на кухне, потому что если жрать хочет, если бы выпить хотела бы, то ладно. Так, ставим, где у нас? Да не этот ставим. Вот этот. Так. Что тут есть? Так, вот это нет. У меня ничего нету. Только закрой дверь. Так, посыпать. Нет. Что там? Яблоки. Что-то работает, так? Нож. А, нож я не могу взять. А, ну-ка попробуй нож взять. Нет.
Вот, давай суп. Суп нет. А, подождите, нету там супа. Вот какая-то херота есть. А, вот. Итак. А что, все, да? Там-то вроде все должны травануться, но только она. Или только для нее бутерброды делали. Вообще-то думал, какой-то пирог надо, чтобы запекли это все, замесили. Нормально. Вот тебе и... Какая-то глава пятая, по-моему, была, если не ошибаюсь. Ну, вот одной главы хватит. Потому что слишком уж долго я ходил, чтобы завалить эту старушку. Старушка ли? Ну, вроде как не я. Ну, да и бог с ней. Так, батя, тебе спасибо. Ты получил новую способность — контроль над разумом. Ух ты. А как я могу контролировать это? Это очевидный случай отравления, и мне нужно снова опросить всех, кто был в доме, кто сейчас готовит еду. Я думаю, это была Джавита, но не могу себе представить, что она способна на что-то подобное. Боже, почему это происходит? It's for me to decide who is capable of what, кто на что способен, господин Вагнер. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. Мы не можем сделать это, господин Макфарлейн. Это наш дом. Мы хотим, чтобы все наладилось. Да? Ну что, дохнут люди-то у вас. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Джавита, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but... Но мне нужно было узнать больше. Я еще не успел ничего разузнать, как произошел очередной случай. Никаких свидетелей, никаких доказательств, что могло произойти только при определенных обстоятельствах. Нужная погода, нужное место и нужное время. Короче, форс-мажор. Ну? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Но вначале я поговорю с батей. Батя, здравствуй. Ты снова пришел ко мне. Что я должен сделать? Ах, мой мальчик, какие удивительные результаты. Ты меня очень впечатлил. Послушай, я хочу тебя научить еще кое-чему. Глубоко внутри тебя есть способность проникать в сознание людей и заставлять их делать то, что ты прикажешь. Прекрасно. Давай вместе раскроем эту способность. Давай, я только за. Следуй моим указаниям. Так, давай. Наведи на манекен. Так, очень хорошо. А почему три, почему не два? Пока он будет под твоим влиянием, твоя сила будет уменьшаться. Сначала нужно восполнить силу. Понятно, так. Так, чтобы заставить человека использовать предмет, нужно нажать на предмет, пока он под твоим контролем. Ага, вот так вот. Очень хорошо. А, так его так можно и в печку засунуть какую-нибудь. Теперь продолжим твое приключение, Люси. Твои новые умения помогут тебе избежать разоблачения и привести для меня еще больше душу. Ух ты! Да, ты реально коварен. Ну вот, теперь пока.